Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам про уход за британской короткошерстной кошкой. Британская короткошерстная кошка – одна из самых популярных пород кошек в нашей стране. Владельцы представителей породы ценят своих животных за красивую внешность, высокий интеллект и преданность. При хорошем уходе со стороны хозяина эти кошки способны стать идеальными домашними питомцами. Но какого содержания требуют представители породы? О чем важно помнить, будучи владельцем такого животного? Давайте подробнее рассмотрим основные особенности ухода за британскими короткошерстными кошками. Шерсть британской короткошерстной кошки – ее гордость, и уход ей нужен соответствующий. Чтобы сохранить прекрасный вид шерсти представителя породы, необходимо вычесывать кошку 3-4 раза в неделю с помощью специальной щетки. В период линьки рекомендуется делать это ежедневно. Купать представителей породы можно по мере загрязнения. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Британские короткошерстные кошки в большинстве своем склонны к малоподвижному образу жизни, поэтому владельцу обязательно нужно позаботиться о регулярных физических нагрузках для своего питомца. Будучи хозяином представителя породы, старайтесь играть с животным ежедневно в активные игры. Приобретите питомцу специальные тоннели и лабиринты. Физические нагрузки нужны британским короткошерстным кошкам для поддержания хорошего самочувствия. Особого внимания требуют глаза британских короткошерстных кошек. Представители породы имеют узкие слезные каналы, из-за чего их глаза часто слезятся. Специалисты рекомендуют еженедельно осматривать глаза британских короткошерстных кошек на предмет загрязнений и при необходимости чистить их специальным лосьоном. Питание британских короткошерстных кошек должно быть сбалансированным и строго нормированным. Представители породы склонны к набору лишнего веса. Из натуральных продуктов этим кошкам больше всего придется по вкусу мясо говядины, курицы, рыба и каша. Кормить представителей породы рекомендуется 2 раза в день – утром и вечером. Таковы основные особенности ухода за британской короткошерстной кошкой – животным с яркой внешностью и благородным характером. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!